Бабка, ухи, я ж без ухов не смогу играть на пенине, Сынок, не да разве ты мой ребеночек? Кто ж тебе сказал, что на пианине играют ухами? Учительница музыки сказала, что для того, чтобы играть на пианине, нужен слух. Сынок, для того, чтобы играть на пианине, нужна пианино и колода карт на ней. А я не могу это себе позволить купить, сынок. Пианину? Карты! Потому что я все средства вложил в твое образование. Угу. Твой папка высох весь, чтоб только ты стал грамотным. Что-то я не помню, чтоб ты когда-нибудь просыхал. Молчи, олух неблагодарный, я все для тебя сделал. Я устроил тебя в школу с уклоном. Не с уклоном, а с отклонениями. Да, потому что она тебе соответствовала. Я водил тебя в бассейн, и ты научился нырать. Нырать научился, а выныривать нет. Я купил тебе этот приличный брючный костюмчик. Костюмчик для дебилов. Может быть, сынок, но он тебе очень идет. И покупала тебе его на вырост. Ну вот я внутри этого костюма и расту уже 10 лет, никак не вырасту, как полный лох. Чего ты просто аккуратный мальчик? Пиджачок в брючки в носочки в ботиночки. Я старался. Да лучше бы ты в эмбрионе задержался. Я сегодня был на родительском собрании, а тебя вся школа в шоке. А что ты там в шоке? Я старался. Ты не старался, сынок. Ты из козлиного копытца нахлебался. Ты опозорил меня на всю школу. А я так мечтал, чтобы ты стал высококуртульным. Куртульным. А скажи мне, астронавт, почему тебя каждый день с потолка спортзала пожарники снимают? А потому что я быстрее всех по канату лазью, понятно? Полсекунды я уже под потолком. Ну почему все дети как дети, а ты у меня как обезьяна? А потому что это не я под детьми канат поджигаю, а они подо мной. Ну почему ты у меня такой тупой? Почему? Че тупой? Ничего не тупой, понятно? Тупой. Ничего не тупой. У нас, между прочим, была комиссия из района. Так меня, между прочим, выделили. Как выделили? Отдельным выделением. Сказали же, у нас класс все полные дебилы, а я лучше всех. Сынок, дорогой, ну, детей можно понять. Они дети, киндер. Но ты-то учитель! Я так мечтал, чтобы ты стал педагогом! Педагогом! Для того, чтобы я стал педагогом, не обязательно было меня называть Марья Ивановна. Ох, ну это была моя голубая мечта. Вот твоя мечта сбылась. Теперь меня вся зовут Марья Ивановна Петрович. Слушай сюда, сынок. Завтра в школу без отца ни ногой. 3 восклицательных знаком, 4 этажа. Папка, ну что ты начинаешь? Ты же меня и так каждый день в школу за ручку водишь. Ты же в этой школе директор. Ты что, забыл? Да, директор. Да, вожу. Сынок, мы дуболобовы, потомственные педагоги. Твой дед Дуболобов был педагог. Я твой отец Дуболобов педагог. Ты, Марья Ивановна Петрович, Дуболюб педагог. И как мне было сегодня страшно слышать о том, что собрание решило избавиться от тебя. От тебя? Что от меня? А что от меня? А что от меня? Что от тебя? А что от меня? Что? Не от тебя? Так что? Я каждому сказал, что по-моему... А почему от меня? А почему от меня?